Всех приветствую на своем YouTube и Яндекс.Каналах. За окном пятница, 20:00 на часах, и сегодня мы с вами будем пересаживать мандарин в более большую емкость. Прошел ровно год с момента всхода мандарина Националь. Мандарин уже пережил одну пересадку и две обрезки. Ссылки, как обычно, в конце ролика. Рос весь год мандарин хорошо, но с наступлением холодов и включением на полную мощь центрального отопления он немного захворал. Это вполне нормально для данной культуры, так как мандарин любит теплую влажную погоду, а зимой у нас в квартирах очень сухо и тепло, да еще и с окна бывает тянет холодом. За зиму мандарин потерял 2 листа, еще 3 готовы отлететь, но пока не отлетают. Как я уже говорил, необходимость пересадки растения определяется по проекции листьев. Если проекция выходит за пределы посадочной емкости, то растению там тесно. По нашему подопечному сразу видно, что он перерос свой горшочек в 1,6 литров, поэтому приобрел емкость на 4 литра и туда пересаживал мандарин. Грунт будет состоять на 50% из торфа и на 50% из компоста. Также добавляем горсточку аммиачной селитры, потому как выяснилось, что цитрусовые обожают эту подкормку. Все тщательно перемешиваем и приступаем к пересадке. На дно емкости в объеме 1/4 части засыпаем керамзит в качестве дренажа. Далее достаем нашего подопытного, очищаем корни от комьев земли, облепивших их плотным комом, и одной рукой, удерживая мандарин, чтобы не заглубить второй, досыпаем грунт, следя за тем, чтобы корням там было комфортно. Как мы видим, наш мандаринчик страдал не только от зимовки, но и от того, что земля за год очень плотно облепила корни, из-за чего они плохо развивались, и даже были вынуждены уйти в отсек для дренажа, чтобы хоть как-то дышать и пить. После заполнения грунтом емкости с нашим подопечным обильно поливаем мандарин. Земля после полива оседает, поэтому мы досыпаем грунт, выравнивая по горизонтали мандарин и одновременно мульчируя его. Пересадка успешно завершена, мандарин чувствует себя превосходно. Следующую пересадку планирую через год. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Увидимся теперь не только на YouTube, но и на Яндекс.Эфире. Всем пока и удачи!